посредников. Мы экипируем любой коллектив, выполнив на высочайшем уровне полный комплекс работ по спортивному нанесению. Спортпринт.м. Зрители, приветствуем вас на стадионе на Флотской. Предпоследний матч чемпионата в высшем дивизионе в группе А в этом сезоне. И сейчас последняя, наверное, уже формальность, последний матч, который определяет какие-то места в турнирной таблице, потому что вот буквально 10 минут назад еще два вопроса оставались, сейчас остался один. У нас «Динамо» и «Интер» встречаются. «Интер» — номинальный хозяин поля, поэтому он в черно-синих футболках, черных трусах и желтых гетрах, экипировки миланского «Интера» образца прошлого сезона, даже же позапрошлого сезона, если это считать ушедшим в историю, ну, по крайней мере, клубный. «Динамо» полностью, белые майки, белые трусы и синие гетры. Ворота «Динамо» слева, ворота «Интера» справа на наших экранах. Я расскажу сейчас вам о составах команд, а затем уже мы перейдем к раскладам. Итак, «Интер» в следующем сочетании вышел на поле. Александр Филимонов, номер 1, защищает ворота. Оборона справа налево. Алексей Мишин, номер 23. Сергей Филин, номер 8. Константин Кадеев, номер 89. В опорной зоне Дмитрий Мечков, номер 6. Справа Александр Рощин, номер 22. Слева Николай Липаткин, номер 17. И Артак Григорян, номер 77, на острие атаки. Но вот если говорить о роли форварда, то Артак Григорян — это все-таки не страйкер, а скорее трек-артиста. Вот так вот будем итальянской терминологией. Поэтому, наверное, на острие атаки говорить не совсем правильно именно про Артака Григоряна. Хотя речь идет о лучшем бомбардире чемпионата. В запасе у «Интера» Эдуард Батыгин, номер 20. Это голкиперы, полевые игроки. Дмитрий Волков, номер 3. Артем Ковалев, номер 13. Максим Тараненко, номер 21. И Владимир Свежук под 31-м номером. «Динамо» в следующем сочетании. Игорь Гришин, номер 30, защищает ворота. В обороне справа налево Кирилл Орлов, номер 18. Илья Чижиков, номер 6. Иван Спичка, номер 15. Первый момент и штанг, гол! Гол все-таки засосало мяч в ворота после удара Дмитрия Голышева. 1-0. «Динамо» выходит вперед. Вернее, 0-1, если быть педантичными. А я закончу составом бело-голубых. Андрей Тихонов, номер 17, в полузащите в центре. Справа Михаил Тимофеев, номер 10. Слева Иван Бакланов, номер 4. И Дмитрий Голышев, номер 7, на острие атаки. В запасе у «Динамовцев» нет голкипера, но есть три полевых игрока, по одному в каждую линию. Защитник Евгений Корнилов, номер 3. Полузащитник Павел Фарафонов, номер 9. И нападающий Денис Киселев, номер 8. Ну, Киселев может и в полузащите сыграть, если надо, ну а Фарафонов и на фланг обороны выйдет, не побрезгует, если понадобится. Пропустил «Интер» уже на второй минуте. Ну и, значит, у нас формально обостряется интрига. Итак, перед этим туром у нас оставались две интриги. «Интер» уже был чемпионом. ЦДК занял 4-е место, Нева — 7-е, Легион — 8-е. Таким образом, за 2-е-3-е место боролись и продолжают бороться Гефест и Динамо. Ну и за 5-е-6-е Голд Шарк и APC. Давайте после этого штрафного как раз о раскладах расскажу. Константин Кадеев будет исполнять. Штрафная площадь в роли исчезающего спрея. Удар. Григорян подпрыгнул. Там Чижиков не дал мячу до створа ворот долететь. Тыняны с Мечком. Жесткая борьба, но Мечков, даже практически теряя равновесие, сохранил мяч для своей команды. Так вот. Вчера Гефест выиграл у Невы со счетом 3-1. И набрал 31 очко уже на втором этапе. Это ровно столько, сколько может «Динамо» набрать, если выиграет у «Интера», у уже оформившей чемпионство команды. Мишин бьет, голевой момент, но не попадает в створ, немножко заживало мяч. Вот так вот, если выиграет «Динамо» у «Интера», который ни одного матча на втором этапе не проиграл никому, сыграл всего два раза в ничью, с «Гефестом» 0-0 и с «Голдшарк» 5-5, то... И то это в конце уже было, когда, по сути, все было ясно. Но вот ничьей «Интер», который побеждал всех, оформил чемпионский титул, что забавно. Ну так вот, «Динамо» может набрать 31 очко, и тогда, поскольку личные встречи
у Гефеста с Динамо равными оказались. Все решит разница забитых пропущенных мячей. И вот тут, конечно, матч предыдущего тура. Здесь момент, Гриша на месте. После еще одного удара Мишина, на этот раз ничто мяч не заживало. Здесь бит угловой. Когда Легион не смог собраться на матч с Гефестом и в шестером из дублированного состава уступил счетом 21-0. Вот этот результат, конечно, очень серьезно на расклады повлиял, потому что теперь у Гефеста перед туром была разница плюс 33, теперь она уже плюс 35. 56 мячей забито. Здесь у Фили на момент бьет головой. Было опасно, но мяч при этом в аут ушел. А кто-нибудь замкнул бы дальнюю штангу или чуть-чуть бы завернул мяч в угол, и все. Гришин бы не спас. Ну так вот, чтобы... У Динамо плюс 18 было, теперь плюс 19, 31-12. Разница, соответственно, 16 мячей не хватает, чтобы сравняться по разнице мячей, но при этом надо 17 Динамо забивать, то есть 18-0 надо побеждать Динамо, чтобы занять третье место. Сами понимаете, какой степени эта интрига. Если бы, конечно, каждые две минуты забивать голы ворота Интера, то да. Здесь фол. Григорян считает, не было нарушения правил. Я думаю, что, может быть, фола и не было, но любой арбитр бы здесь фол зафиксировал. А сейчас шикарная фраза от арбитра встречи Юрия Тихомирова. Артак, заканчивай, иначе не закончишь. Естественно, здесь заканчивать надо разговор, а не закончишь матч. Да, арбитра я не представил. Юрий Тихомиров обслуживает встречу. Я, Александр Седов, для вас ее комментирую. Но вот у нас достаточно такой веселый, бодрый футбол и матч, который формально ничего не значит. Но Динамо сейчас вот для себя, наверное, доказывает. Мы обыграем Интер, и мы могли быть и должны были быть вторыми, если бы не вмешались обстоятельства. Вот, может быть, вот так дело обстоит. Но Интер проигрывать тоже не собирается. Безусловно, не в характере этой команды кому-либо и где-либо уступать. Голышев уходит, там Тимофеев открывается, но отдать ему тяжело было, но он отдает Тыняному. Здесь Тыняна и не хватило Андрею скорости, Константин Кадеев... Электричкой ворвался, опередил его, а здесь фол. Нет, аут. Аут, значит, в пользу Динамо. Потому что от Кадеева мяч пределы поля покинул. Чижиков. На Гришина. Голышев ставит корпус против Филина. Филин хорош, подошвой сыграл на Кадеева, очень хладнокровно разобрался. Капитан Интера, капитан и человек, который мог бы и в атаке сыграть, но поскольку есть Григорян, нет смысла. Сегодня Филин сам, кстати, игрой еще управляет, поскольку нет Колесникова, нет Правского, нет Дениса Калинина, который шикарное интервью дал Кириллу Разумовскому в последнем выпуске программы «На бровке». Всем рекомендую. Очередной штрафной у нас зарабатывает Интер. Игра равная, но вот штрафных у ворот Динамо пока мы только штрафные видим. Рощин будет исполнять. Ну и это шикарный гол. Александр Рощин прямо в девятку мяч направляет. И на исходе восьмой минуты равновесие в счете восстановлено. Ну вот если много фолить, да, такой мастер, как Рощин, ну и он не один такой, вполне может исполнить и решить исход эпизода. Голышев откидывает мяч назад Тыняному, центра поля. Понятно, что о победе в 18 мячей речь не идет. Но сейчас вопрос, опять же, у нас равенство на табло. Сможет ли Динамо победить в этом матче? В принципе, изначально это была очень тяжелая задача. Потому что Интер не та команда, которая, даже выиграв чемпионат, может позволить себе расслабленность. Здесь много факторов, ну и никто не отменяет... интереса личного футболистов, да, но дело не только и не столько, я думаю, в этом.
все в комплексе важно, конечно, личный интерес футболистов, там, финансовый, это, безусловно, важно, но играть не только за там, свои премиальные, потому что, в конце концов, если Интер вот такие матчи будет давать, это явно не понравится Сергею Филину, а тогда не в конкретном одном матче можно не досчитаться, да, выгод и материальных благ, а на длинную, на долгую, то есть... Я сейчас там, пытаюсь в математически рассказать о том, как работает в спорте, как минимум, слово «престиж». Ну, помимо того, что все спортсмены хотят побеждать, все спортсмены хотят в каждом матче выигрывать, и уж если вышел на поле, кому-то что-то отдавать, ну, какой смысл действительно тогда на поле выходить? Уж точно... Это не про ЛФЛ выходить на поле, чтобы что-то отдать и иметь смысл при этом. Интер владеет территорией, это неудивительно. Учитывая начало матча, это неудивительно вдвойне. Так, Филин хватает мяч руками, штрафной все-таки. Ну, если даже если Тыняна не спорит, значит штрафной был. А мне показалось, что не было. Но это мне показалось в данном случае очевидно. И первая замена будет в матче у Динамо. Покидает Иван Бакланов в поле. Четвертый номер. Выходит Павел Фарафонов, там, по-моему, Кирилл Орлов недоволен заменой, что не того меняют, а кого Тимофеева надо менять, или Голышева, я думаю, потому что вот эти два игрока, чаще всего, мне кажется, ну, если не считать Игоря Гришина, то вот Тимофеев и Голышев больше всего получают от Кирилла Орлова. Рощин еще один штрафной, на этот раз стенку по заказу ввести не удалось, но мяч к Александру отскочил, он пробил вторым темпом выше ворот. Быстро низом разыгрывает Динамо, но Спичка и Чижиков попадают под прессинг. Такой, может быть, не очень активный, но вполне себе осязаемый и приходится играть верхом. Но там динамовцам удается зацепиться, но, опять же, ненадолго. Здесь Голышев фалит, мяч остается у Интера. Передача на Григоряна, у них жесткая борьба с Чижиком, но Григорян цепляет. Передача Мишина на Мишина, и Мишин третий уже, ну, к минимум, полушанс имеет и не попадает. А, ну вот Кирилл Разумовский подсказывает мне, он сейчас с трибуны смотрит этот матч с бровки, и вот он, видимо, слышал мои слова и сказал, что именно Баклановым недоволен был Кирилл Орлов. Ну, значит, видимо, еще и недоволен был тем, что либо поздно сделал замену Антон Тимофеев, либо просто настолько был недоволен Баклановым, что вслед его проводил, так, на пасашок ему набросил в спину. Здесь моментище Динамо создает, вроде бы ничего нет, и тут Иван Спичка заряжает. Филимонов как-то не очень ловко отражает этот мяч прямо на ногу Михаилу Тимофееву, которому было тяжело здесь досылать мяч в борьбе с Кадеевым в ворота, но он ударил. А ворота были пустые, не попал мяч. Выше ушел, но это шанс. И здесь не стоит, наверное, Михаила Тимофеева критиковать за неиспользованный момент. Здесь надо просто сам факт момента отметить, потому что, да, вот тяжело было мяч направить в створ, но могло ведь и получиться, а ворота были пустые. Никто бы уже не помешал. Фарафонов ушел от Рощина, причем Рощин фалил, что показал Тихомиров. Здесь уже фалит Спичка, потому что Фарафонов зачем-то назад отдал прямо на Мишина. Ну и порцию критики тоже свой адрес заслужил. В данном случае действительно непонятно, что делал Фарафонов. Видимо, немножко закружилась голова на скорости. Знаете, кислорода не хватило, только вошел в игру, ускорился сразу же. Кислород пропал в глазах, звезды, тьма, развернулся, отдал назад попроще, а там был чужой, а не свой. Здесь не было ничего, по мнению арбитра. Ну, Артак Григорян точно специально не играл руками, но все-таки руки, мне кажется, выставлял немножко. С другой стороны, Кирилл Орлов показывал. И смотрите, за то, как Орлов сразу же вступает резко в борьбу. Вот интересный, кстати, момент. Кирилл Орлов, футболист... Вот он сейчас недоволен, да, тем, что фол не зафиксирован. Кирилл Орлов завелся, да, но это футболист, который не полетит, как с такие есть, вы знаете. Наверняка все, кто играет в футбол, встречались с таким на футбольном поле. Кто-то, может быть, и сам делал. Вот против тебя сыграли, там не по правилам, как тебе показалось, а может быть, и действительно не по правилам. Но не зафиксировано это. И побежал шары в кучу, глаза по 5 рублей, и летишь, бьешь человека. И причем, может быть, не того, неважно. Вот Кирилл Орлов, он...
добавляет в энтузиазме в такие моменты, но он играет жестко, но старается предельно чисто сыграть, и сейчас ему это удалось. А здесь уже Орлов скидывает Гришину после того, как тот отбил удар Николая Липаткина. Ну и о последней интриге расскажу, которая вот еще была, но которой уже нет. Как вы поняли из начала репортажа, борьба за 5-6 места. Там Голдшарк и PC по 15 очков набрали, и все решалось бы при равенстве очков по личным встречам. А здесь у них по одной победе, но Голдшарк выиграл 3-1, а IPC победил 3-2. И, соответственно, разность мячей в личных встречах лучше у золотых акул. И вот сегодня IPC нужно было набирать очко хотя бы, чтобы сохранять шанс на итоговое 5-е место, чтобы обойти, по крайней мере, до последней игры, а это будет игра Голдшарк Легион 17:50 в прямом эфире. Будет она показана. Так вот, до последней игры иметь шанс на 5-е место, но проиграл APC, проиграл CDK, что не зазорно, просто обидно. Со счетом 1-0 потерпел поражение. У нас здесь спичка, и он бьет штрафную, попадает в стенку. Александру Рощину в голову прилетело. Спичка мастер штрафных. И на севере, как мастер штрафных, он более известен, чем Александр Рощин. Но это первая попытка, она вышла неудачной, но и сейчас перестановки произойдут у «Динамо». Или же Евгений Корнилов готовится вступить в игру. Кого он заменит? Вообще Евгений Корнилов — это центральный защитник. Если он заменит спичку... Нет, он заменит Чижикова. Если бы заменил спичку, то перешел бы Чижиков налево, а Корнилов в центр. Но по позиции получилось, просто в центр поля выходит Евгений Корнилов. Кстати, об интригах. Есть еще одна интрига, небольшая, но есть. Борьба за звание лучшего по коэффициенту голкипера высшего дивизиона А. И здесь Денис Зайка был третьим. Здесь еще один фол, еще один штрафной в пользу Интера. Так, здесь Тихомиров пресекает разговоры. Юрий Тихомиров наводит порядок. Так вот, Денис Зайка был третьим с коэффициентом 1.92, а Станислав Станиславский с коэффициентом 1.5 был вторым. И лидер... Вот этот человек, Игорь Гришин, отражает сложнейший удар Мишина. Очередной шанс, а здесь фол Григоряна. Так вот, Гришин был лидером. У него просто один пропущенный мяч в 12 проведенных поединках. Сегодня Зайка отыграл на 0. И у него теперь 1.79 коэффициент. Вчера на 0 отыграл Станислав... Вернее, не на 0, на 1 отыграл Станислав Станиславский. Ну, у него тоже около 1.5 коэффициент. Но вот Гришин один мяч уже сегодня пропустил. И пока у него вот этот же коэффициент 1 и сохраняется. Но, честно говоря, чтобы Гришин... по коэффициенту проиграл Станиславскому и уж подавно Зайке. Должно что-то невероятное случиться. Динамо там еще 5, наверное, должно еще пропустить. Согласитесь, это маловероятно. Даже если даже не 5, пожалуй, а больше. Таким образом, Гришин приближается к тому, чтобы стать лучшим голкипером по коэффициенту пропущенных мячей. Средним за игру, что, наверное, заслужено вполне. Претендует Игорь Гришин на звание основного вратаря сборной Севера. Точно будет в заявке, если ничего не случится с ним самим. Но будет ли основным, посмотрим. Тренер Антон Владимирович Тимофеев в тандеме с Кириллом Разумовским. Они работают со сборной. Так вот, Антон Тимофеев — клубный тренер Гришина. Но и он тоже, как и предыдущие наставники сборной, предпочитает в финальных частях кого-то другого. Хотя в отборочных соревнованиях обычно играл Гришин. Здесь в этом году изменения в регламенте. В этом году всего лишь один раунд, четвертьфинальный. Надо было пройти до выхода в финал 4-х. Стыковой двухматчевый, сборная Севера его уверенно прошла. На Юго-Западе еще там загрузили 9 сопернику, пропустив 1. И все. Там к 16-й минуте уже решили, или 10-й, даже все вопросы.
Но вот посмотрим, будет ли Гришин основным. А что касается борьбы гонки бомбардиров, тут интрига, наверное, тоже только одна. Кто второе место займет, Александр Масленников или Попин Казарян? Это Гефест и Легион представляют эти футболисты. Здесь момент, фол стороны Михаила Тимофеева. Наступил на ногу он сейчас сопернику, но скидывая мяч головой Денису Киселеву, который тут появился под шумок на поле, под выход 1-1. Киселев вышел вместо Голышева. Наступил на ногу Алексею Мишину. Ну а в чем тут фол, собственно говоря? Ну, для меня не очень понятное решение. Юрий Тихомиров, это же ведь случайный момент совершенно. Как мог видеть Михаил Тимофеев, куда он шагает? Это футбол. Ну так вот, Артак Григорян 24 мяча забил. Здесь все понятно. 11 у Масленникова, 10 у Казаряна. Вот не имею данных, к сожалению, по вчерашней игре Гефеста, забивал ли Масленников. Может быть, Кирилл Разумовский мне подскажет. Не знаю, но вот в любом случае не больше трех. Ну, тут интрига еще, будет ли Казарян сегодня играть против Голдшарк. Будет на стадионе сегодня, это я могу вам сказать. А вот будет ли он играть, это вопрос. Есть свои проблемы со здоровьем у Попина. Ну, посмотрим. Что касается ассистентов, то здесь тоже Григоряну равных нет. 15 передач, 9 у Идрисова было перед последним туром. Даже если он все 3 отдал против Невы, то у него их стало 12, не больше. Ну, Мечков может 8 сегодня отдать и догнать Григоряна, как вариант. Или 9 Свежук отдаст голевых. Ну и по гол плюс пас, просто сравните. Артак Григорян 39, Андрей Идрисов 16. Дальше Масленников, Крыжановский и Свежук по 14. 39 мячей организовал Артак Григорян, поучаствовал в 39 мячах. Вот сегодня ЦДК 39-й гол свой забил в чемпионате. Штрафной еще один, Мишин будет бить. Низом рикошеты! Здесь в итоге Гришин мяч забирает. Так вот, Гефест, говорят, вот не играл Масленников. И это не точно, но там действительно он в последних играх не играл. И вполне логично, чтобы он не играл, потому что в субботу у него КФК. Вот он и не играл с Легионом, когда 21 мяч Гефест забивал. К слову, вот Гефест 53 гола забил. Но это во многом благодаря тому, что Легиону настреляли, а до этого было 32. То есть, а у Григоряна 39 очков. Но мы уже об этом говорили, на самом деле, в наших эфирах. Это не новость, но вот Григорян, конечно, потрясающе статистику выдает. Ну, вчера, да, не забивал вчера. Масленников забивали Варакин, Романович и Ширинков. Напомню, 3-1 Гефест выиграл у Невы, что неудивительно. 22-я минута игры, территориальное преимущество по-прежнему у Интера, но от ворот Гришина игра в целом далековато проходит. Ну а здесь Корнилов не сумел подобраться к Артаку Григоряну по правилам, и здесь штрафной удар. Ну что ж, теперь Константин Кадеев будет бить. Вообще возможности поупражняться в штрафных ударах сегодня, словно на тренировке у Интера, так много. Динамо жестко играет в обороне, очень плотно, но вот эти штрафные — это оборотная сторона медали. И в целом получается обороняться за счет этой жесткости, но со штрафного пропустили как раз. Так, здесь Чижиков в окружении четырех, изначально было трех, там игроков один убежал, в итоге штрафной заработал. Кстати, Свежук появился на поле, я сказал, что у него 31 номер, но он играет сегодня под 21. Так, а Максим Тараненко... Максим Тараненко, я вижу. А,
А, Максим Троненко на поле, у него 31 номер, все, помогает разобраться. Я так привык, что Максим Троненко вечно травмирован и на скамейке в цивильном костюме, что даже не бросил взгляд на поле, где он бороздит правую бровку. Поменялись номерами. Они, по крайней мере, по отношению к тому, что Сергей Филин заявил в стартовом протоколе. Замен много прошло. Артем Ковалев не появлялся на поле, если я ничего не путаю, у Интера до сих пор. И Дмитрий Волков. Я не видел пока Дмитрия Волкова на поле тоже. Кстати, у Интера, не знаю, почему не играют Аверьянов и Федор. Сегодня момент, и 2-1. Илья Чижиков в последнее время оказывался много впереди. И вот сейчас он на 25-й минуте вновь выводит Динамо вперед. И снова нам говоря, что у нас должно было быть серебро. Да, я, конечно, как капитан Легиона, хотел бы принести извинения за то, что вот так вот невольно наша команда вмешалась в борьбу за медали, причем, ну, можно вмешаться, да, там, отобрать у кого-то очки, это как раз хорошо, не зазорно. Когда ты 21 пропускаешь, где разница мячей решает, тут, конечно, неприятно. Ну, опять же, с одной стороны, приношу извинения, с другой, ну, не считаю, что из-за нас там только Гефест возьмет серебряные медали. Ну, жаль, что так получилось. Я и лично принес Динамо извинения, но что теперь уж тут сделаешь? К сожалению, так сложились обстоятельства. Мы и наша команда и на предыдущего тура матча ЦДК не смогла разобраться. Ну и да, надо отметить, конечно, шикарный пас Орлова на Чижикова. Тут, кстати, вопрос такой. Кирилл Орлов, все знают, как футболист, который постоянно орет, да, орел орет, такой вот, простите это слово, да, но такой уже практически мем, да, в любительской футбольной лиге Севера, да и вообще уже любительской футбольной лиге Москвы, и при этом всем кажется, что вот он так с лишним весом, и что делать на правом фланге, только благодаря капитанской повязке и тому, что кричит, Орлов занимает свое место на поле. Кто-то думает, что Кирилл Орлов спонсором является команды и так далее. Кстати, у многих такое впечатление создается. Но на самом деле Кирилл Орлов человек, который играл в премьер-лиге. Кирилл Орлов игрок действительно высокого уровня. И тут просто, наверное, его имидж, антураж, который его игру, который его игре способствует, он сопутствует его игре. Вот этот антураж, он немножко оттеняет футбольные качества Кирилла, а футболист, он действительно классный. Не спешит Динамо. Вернувшись на поле, Бакланов будет из-за боковой мяч водить. Сильно бросают, но там Чижиков пробежал. Но это такой аут-навес, как угловой. А сейчас Интер обрезается. Артак Григорян скидывал Мечкову, но не попал в темп. Ох, Бакланов сейчас чуть-чуть прижал бы мяч пониже и было бы очень опасно. Александр Филимонов не полезет на забор, он просто получит запасной мяч, и он имел на это право полное, и будет водить ударом от ворот. Разыгрывает с Мишиным. Мишин уже на правом фланге обороны. Ну, он на нем и играл изначально, просто оказывается часто около чужой штрафной. Алексей Григорян снова зацепился. Кадеев, касание. Ну, Гришину даже прыгать здесь не пришлось. Удар неприятный, но не более того. А здесь Чижиков устремляется к этому выносу. Бакланова через себя технично останавливает мяч. Один в один против Кадеева. Играет на Голышева. Голышев ищет варианты, играет с Чижиковым. Ну, аут зарабатывает Динамо. Наверное, в этой ситуации чуть ли не самое большее, чего можно было добиться. Видите, Чижиков как крайний полузащитник очень хорош. В центр нет смысла, потому что там Тыняны, и он уверенно смотрится.
как говорит Антон, Тимофеев дает большой объем. И его, в принципе, менять не нужно. Ему хватает сил. Так, ну такой пенальти не поставит Тихомиров. Филин опытный футболист, все хитро сделал. И не пустил Бакланова к мячу. И так что никто не назначит за это 10-метровый удар. Корнилов на Гришина. Тыняный предлагает погонять Максима Тараненко. Пускай бегает. Но это такое, это гусарство немножечко словесное. Оно Андрею свойственно, но в данном случае имеет право. Но и сейчас Динамо держит мяч. Очень добавила команда, очень приятно с Динамо наблюдать. А здесь Орлов на желтую карточку Тараненко руками задерживает. Срыв атаки. И на 30-й минуте здесь показывает Андрей Тиняный, что два человека еще было. Но Орлов так сфалил, что здесь желтое железобетонное. Кадеев готовится исполнить штрафной. Тут низом наконец разыграли, но далековато здесь было, чтобы бить. На Григоряна. Григорян против Тыняна. И Филин, заброс. И мяч в руках у Гришина. Для Орлова это всего лишь вторая желтая карточка. Но, к слову, даже если бы она стала четвертой, ничего бы Орлов не пропустил. У нас вот не переносятся такие дисквалификации. Я уже это точно знаю на следующий сезон. По желтым карточкам такое уже бывало. Ну и давайте на перерыв уйдем, а дальше уже вторая половина, где все и решится. Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Возвращаемся на стадион на Флотской. Второй тайм предпоследнего матча высшего дивизиона А в этом сезоне. Впереди еще, кстати, кубок будет. Ну, а вообще в Северной лиге еще много играть в других дивизионах. Ну, вот высший заканчивает свой путь. Свисток Юрия Тихомирова возобновил игру. 2-1, 1-2. Интер уже действующий теперь чемпион этого сезона. Уступает Динамо, которая будет, понятное дело, третьим по итогам чемпионата, хотя вполне могло рассчитывать на второе место. И именно сейчас, побеждая в этом матче, пытается доказать, что заслужила команда второй строчки. Ну и заодно на будущее себе фундамент сделать, потому что, я говорил, Динамо прибавила очень сильно. И, в общем, если продолжит в том же ключе развиваться, вполне может быть претендентом на чемпионский титул в следующем сезоне. Мишин. Пас тонкий, но он просто был тонкий пас. В штрафную ни до кого не дошел он из своих, хотя мог бы дойти. Составы команд, в которых они на вторую половину встречи вышли. Интер. Ворот защищает Александр Филимонов. В обороне справа Мишин, 23-й. В центре Кадеев, 89-й. Слева Липаткин, 17-й. Сергей Филин ушел на скамейку запасных. Дмитрий Мечков в опорной зоне. По краям действует справа Александр Рощин, 22-й. Слева 21-й Владимир Свежук. И на острие атаки Артак Григорян, номер 77. Футболисты Интера недоумевают, почему не назначил Юрий Тихомиров сейчас штрафной. Юрий Тихомиров недоумевает, почему штрафной просят футболисты Интера. Динамо, в воротах Игорь Гришин, номер 30. Оборона справа налево, Кирилл Орлов, 18-й. Евгений Корнилов, 3-й. Иван Спичка, 15-й. Андрей Тыняный под 17-м номером в центре поля. Справа Михаил Тимофеев, 10-й. Слева, наверное, Денис Киселев, 8-й. И на острие атаки Иван Бакланов, 4-й. Ну, может быть, они еще поменяются с Киселевым, но вот начало первой минуты, второй половины так они действуют. Мяч в руках у Филимонова. Сам себе бросил он.
Длинная передача. Здесь Липаткин. Нет, да, Липаткин добирается до мяча. Удар! Штанга! После выстрела Григоряна. Или Мечкова, кто там бил, но в любом случае Гришин блестяще парировал мяч, но от штанги мог он залететь в ворота, не залетел. Угловой Интер разыгрывает, у Интера угловые, это убийственное оружие, убойное, но не сейчас. Кадеев, Мечков. Опять Интер паутину комбинации. Чужой штрафной разворачивает. На чужой половине поля, около чужой штрафной. Плетет. Динамо отбивается пока уверенно, но вот такой тотальный контроль, когда у Интера получается, с ним очень тяжело на длинную справляться. Да, там можно выиграть несколько эпизодов, там продержаться какое-то время, но если не перевернуть игру немножко, от этого контроля не избавиться тотального, то Интер рано или поздно, как правило, забивает. Но вот Динамо активной игрой в отборе сейчас аж на чужой половине мяча завоевывает Илья на передачу. Гол! Классный розыгрыш! И опять начал голевую комбинацию Кирилл Орлов, завершил Денис Киселев с передачи Андрея Тынянова. Но здесь Кирилл Орлов классный пас сделал мимо защитника. И на 34-й минуте Динамо, которому так тяжело было в начале тайма, само отобрало мяч и разыграла просто стремительную комбинацию с численным преимуществом на чужой половине поля. 3-1. Пожалуйста, отыгрывайтесь на Радзуре. Такой месседж от соперника. И думаю, что, опять же, игра не поменяется. Сейчас Интер продолжит тотальный контроль. Будет стараться только наращивать давление. А Динамо будет жалеть в контратаках. Для Динамо это в целом достаточно комфортный стиль игры. Да. Таким футболистам, как Киселев, Голышев, Тимофеев, под постоянным давлением тяжело, там, полчаса будет справиться, но есть замены. А остальные, в общем-то, достаточно свежо выглядят футболисты у динамовцев. Достаточно выносливыми. Но при этом и Тимофеев, и Киселев, и Голышев, они класс дают в том числе. Поэтому один на один эпизод всегда могут взорваться. Ну, а в обороне, да, поработают, потом получат замену. Сейчас вот Илья Чижиков отдыхает, например, который тоже прилично поработал в первом тайме и забил гол шикарный. Ну, шикарный гол был, потому что пас Кирилла Орлова был потрясающий. Тыняный сейчас не нашел вариантов, ему подсказывали, что он один, но Андрей не поверил, да, и предпочел попроще сыграть, ну и, наверное, тоже в какой-то мере правильно. Филимонов ищет варианты, его не особенно прессингуют. Филимонов хороший пас отдает Рощину, тот в касание, но неудачно. Он на Григоряна играл, но не получился пас. Ну и вот я, с одной стороны, говорю, что Интер играет, безусловно, за свой престиж, и что все хотят победить. А с другой стороны, все-таки заставить себя играть, когда ты уже чемпион, тяжело. И даже вот матч с Голдшарк золотой, он тому, наверное, подтверждение. Интер вышел оформлять это чемпионство, и, по сути, казалось, что он его оформил очень быстро. Там вел 3-0, вел 5-2, по-моему, вел и по ходу игры Интер. Но суть в том, что все равно расслабились уже и там. Ну, тяжело, конечно, так играть. Будет еще кубок, на который у Интера тоже планы наверняка, потому что там надо титул действующего обладателя защищать и возможность оформить золотой дубль на севере. А согласитесь, ну, все-таки золотой дубль на севере не чита золотому дублю на северо-востоке, просто потому что конкуренция на северо-востоке низкая. Ну, Дениса Калинина достаточно послушать, хотя это, в принципе, и без того было ясно. На севере золотых дублей-то за всю историю было не очень много. Вспоминается ЦДК, но там вообще требл был вместе с Кубком ЛФЛ, жаль, не Лига Чемпионов. Это для армейцев турнир. Вот континентальную лигу выиграли уже, футбольную, раньше, чем Лигу Чемпионов. Здесь свежок, тяжело. Тяжело, и мяч в руках у Гришина.
Александр Филимонов сажает назад своих футболистов. Здесь уже Тимофеев на фланге. Киселев ему отдал. Угловой. Возможно, взять паузу. Да, вот, спасибо Кириллу Разумовскому, опять же, подсказывает, что у Терминатора был дубль, да, все правильно. Вот насчет Невы, не вспомню навскидку, были ли дубли, там было 5 чемпионств подряд, но Нева так к кубкам, а к Кубку Севера относилась, что я прям даже не уверен, что дубль оформляла, хотя, скорее, все-таки, уж разочек-то должны были. И, по-моему, еще Спартак Химки дубль оформлял. По-моему, Спартак Химки оформлял еще дубль на заре Северной Лиги. Вот да, кстати, забавный нюанс напоминает Кирилл Зумовский о том, что да, в финале Кубка играли с дублем своим, Терминатор двумя составами, там был фееричный матч, он был в эфире, там 5-4, по-моему, или 7-6 закончил, что-то такое в пользу основы. Мячков, голевой момент, Григорян, Тыняный снова стоит на пути мяча. Сейчас Интер должен был забивать, но так еще продолжается. Липаткин. Навес. Хотел сказать никуда, но там Артем Ковалев, появившийся на поле, угловой зарабатывает. Интер нет, не зарабатывает. Угловой удар от ворот. Кстати, в истории мирового футбола есть, когда тоже играли первая и вторая команды одного клуба в финале национального кубка. На самом деле, я, наверное, даже не один раз рассказывал об этом в этих эфирах наших Северной Лиги. Ну, не помню, уж давно было, последний раз. Для тех, кто не знает, расскажу, что в свое время Мадридский Реал и Реал Мадрид Кастилья, то есть вторая команда Реала, играли в финале Кубка Испании. И тогда Реал победил. 2-1, по-моему, или 3-1 даже. Но там тоже была борьба, а Кастилья тогда блестяще проделала путь. Тут у нас Станислав Черчесов огласил заявку сборной России на чемпионат мира. Буквально только что. Для тех, кто переживает, Владимир Габулов выступит на домашнем чемпионате мира. Как минимум будет на скамейке запасных. Ну а мы продолжаем. Здесь перестарался Павел Фарафонов, спалил намешанный, в втором тайме побольше стало замен. Это логично, на самом деле еще солнышко припекает, как Александр Филимонов в штанах играет, я прям не знаю, очень жарко должно быть. Но штаны с защитой при падениях, все-таки на газон мягче падать, на натуральный, чем на искусственный. Но это фол. Нет. Там Александр Рощин руки подключил. Ну, Юрий Тихомиров дает бороться все-таки сегодня. Скидка Кирилла Орлова. Причем, наверное, мог бы увернулся бы, но уворачиваться было тяжело. И не стал изобретать велосипед. Просто аккуратно сбросил мяч. Сейчас по динамовскому сценарию игра проходит. Еще играть очень много времени. Больше 19 минут. Но 3-1 в пользу Динамо, да, преимущество 2 мяча, оно опасно, но в данном случае Динамо остудило пыл немножко соперника. Тому много нужно сделать, чтобы выиграть, а я думаю, здесь даже не ничья думает Интер, но здесь может Динамо сейчас третье забить, но здесь Фарафонов не сумел разобраться, чуть расторопности ему не хватило, сложный был мяч. Филимонов грамотно сократил угол обстрела. Там надо было принять раньше решение. А Фарафонов принимал решение, когда уже принимал мяч. А здесь вот нужно было принимать решение до того. И исполнять сразу. Не факт, что получилось бы. А так Филимонов не оставил шансов динамовскому полузащитнику забить в этой ситуации. Тыняный в обороне. Да, если четвертый Динамо забьет, вообще будет тяжело Интеру отыгрываться. Кстати, Динамо и Интер могут вполне встретиться в полуфинале Кубка Севера. Собственно, они в своей части сетки, безусловно, фавориты. У Интера в 1-16 не будет соперника, в 1-8 финала либо Пресня, либо Тандер. Сами понимаете, какова вероятность, что на Радзуре уступят. В
четвертьфинале либо дубль панорамы, либо смена, выходящая выше дивизион из первого, либо легион, безоговорочный аутсайдер первой восьмерки высшего дивизиона. Здесь опять же, я думаю, что вряд ли специалисты видят серьезные преграды для Интера. Пусть там легион может зацепиться в хороший день, пусть смена обладает качественным подбором сильных футболистов, но в целом достаточно возрастных. Именно лидеры возрастные, но есть и молодежь у смены, хорошая команда, но все-таки по каким меркам, да? По меркам Интера тяжело будет. Что касается Динамо, очередной штрафной момент возникает, до удара дело не доходит. На пятаке никто клюшечку не подставил. Голышев обрезает немножко Тыняному за спину, передача получилась. Динамо добегает назад, но если бы Григорян точный пас дал Ковалеву, было бы сложно. А что касается Динамо, то здесь в 1-8 финала, 1-16 финала матч с Русичем, ну, при всем уважении к Ивану Пузыреву и его команде, тяжело будет Русичу, хотя для него это просто сам по себе матч с командой высшего дивизиона, это классная возможность. Затем либо штурм, либо Родина, вот здесь в 1-8 финала интересно. Я думаю даже, что штурм не фаворит в матче с Родиной. Не факт, что... Я думаю, что 50-50 примерно. Примерно 50-50. У штурма опыт, но Родина тоже команда опытная и на коне, и в огне, и амбициозная. И кто бы ни вышел с Динамо, постарается побороться, особенно если выйдет Родина в 1-8 финала. Ну, я не рассматриваю вариант, что проиграет Динамо Русичу, просто потому что мы ведем по сетке команды, всякое может быть, но проиграю, тогда и говорить будет не о чем. Это ни в коем случае не уважение к Русичу. Ну, так вот, штурм или Родина, тут уже поинтереснее. Интересно будет и в четвертьфинале. Там APC с Бураном и Нева с Килой. Такие пары, соответственно, ну, пока как фавориты APC и Нева. Ну, во-первых, Нева кому угодно может проиграть. Кила команда крепкая. Там, кстати, Антон Тимофеев выступает, к слову, главный тренер Динамо. APC Буран. Буран команда амбициозная. Буран может навязать борьбу APC. APC, наверное, фаворит, потому что команда такая фундаментальная, более фундаментальная. Но, на самом деле, насколько я знаю, у APC будут проблемы в матче с Бураном кадровые, потому что APC люди будут на пляжном играть в пляжный футбол в это время, и возможно, что лидеров не досчитается команда. Соответственно, сами можете представить, насколько будет непросто против Бурана, который будет мотивирован. Еще один штрафной удар. Очередной для Интера шанс. У мяча Филин, вернувшийся на поле, и Мишин. Пробегает Филин. А Мишин в очередной раз бьет в стенку сегодня. Ну, в общем, Динамо посложнее сетка до полуфинала, но в любом случае Динамо-Интер, конечно, фаворит в своих частях. Что касается матча 1-16 финала, здесь Гришин с мячом. Интересное у нас противостояние. Европа-Нефтяник. МЗКП Аксиом очень интересно. Голдшарк Практик. Беда Бинго Бум, кстати, вполне себе может матч получиться интересным. Я и от игры с Фалькон жду многого. Гефест Трувор. Посмотрим, как Трувор сможет против Гефеста навязать борьбу. Будет тяжело, но от обороны попробует играть команда Сергея Котова. Наверняка, если получится план реализовать, будет интересно. Рощин идет в дриблинг. Еще один штрафной. Уже быстро пытается разыграть Александр, потому что не получается забить штрафную, то здесь замена сейчас будет.
И поэтому будет удар. Нет, Арта Григорян играет в пас. Спичка прочитал в перехвате. Пяткой здорово. И можно контратака. У Динамо 3-2 получится. Тыняна играет на право. Чижиков надо в центр. Голышу. Тяжело. Голыша по желтую карточку. Сейчас Дмитрий получит. Улыбается он. Руками переправлял. Денис Калинин. Ой, Денис Калинин. Артем Ковалев здесь тоже оценил этот момент. Ну, хоть какое-то событие, а то у нас как-то во втором тайме после гола Динамо не очень много событий. Но вот Голышев на 48-й минуте получил желтую карточку. У Голышева она, кстати, тоже вторая, как и у Орлова. Киселев забил, кстати, свой всего лишь второй мяч на втором этапе, но он четвертую игру проводит. Чижиков отличился в четвертый раз, ну а Голышев забил пятый гол свой. Лучший бомбардир у Динамо Андрей Тынян, у него 7 мячей, 6 у Михаила Тимофеева. Про бомбардиров Интера я уже говорил. Но надо, наверное, сказать, что Александр Рощин забил свой 8-й гол. Вот Александр Рощин был бы в Динамо лучшим бомбардиром. Это пенальти. Это, безусловно, пенальти. Арта Григорян заработал. Арта Григорян пробьет. Попробует 20 или нет. Хочет, по-моему, там... Кто там хочет? А, штрафной, что ли, назначен? Нет, пенальти, пенальти, конечно. Кто будет бить? Филин, Григорян, Ковалев. Ну, мяча Григорян. Он всем видом своим показал, что собирается исполнять. Штанга! Не забивает Артак Григорян. Но у Интера с пенальти беда. Просто и забивает много в этом сезоне. Но просто очень много Интер бьет пенальти, потому что зарабатывает, потому что много атакует. Но не забивает по-прежнему очень много футболисты Интера. Ну и вот сейчас Артак Григорян не забил. Что вряд ли помешает ему стать лучшим игроком сезона. Конкуренты у него только... в его же команде. Орлов исполняет угловой. Тыняный! Красиво, но выше ворот. Причем Тыняный считает, что мяч кого-то задел. Тимофеев так не считает, но мне тоже не показалось. Орлов, смотрите, что делает. Но здесь Липаткин посвежее. И он сумел сейчас Орлова опередить. Тот случайно заплел ноги, сам расстроился. Предупредил Тимофеев Орлова, что там фалить не надо. Тихомиров Орлова, что фалить не надо. Не тренер, да, арбитр предупредил. Но Орлов специально-то и не хотел фалить. Ну а так-то у него желтая карточка есть. Тыняный оббегает Филина. Сзади Свежук, Тыняный, подача, Бакланов, разворота, гол, 4-1! 4-1, Динамо, блестящий матч проводит, и блестящий матч проводит Андрей Тыняный, надо сказать. Он сегодня не забивает пока, но уже две голевые передачи. Ну, Иван Бакланов отличается, почти не играл он в этом сезоне. Ну, а Интер не пройдет без поражений. Вот рискну сделать такой прогноз. Не пройдет без поражений второй этап Интер. Сегодня тяжело будет отыграться. Даже если привозить будут динамовцы сами себе. Но Интер не все, понятно, сегодня есть на поле. Аверьянов, это Илья Федоров смотрят в цивильном матче. Нету Руслана Нахушева из таких важных игроков. Да много кого нет, но что поделать. Павла Сучилина нет. Ну, а Тыняный, да, вот он лучшим бомбардиром остается команды. И при этом у него 5 результативных передач теперь. И он обходит Сергея Анохина, который, кстати, у Динамо отсутствует. Так что у Динамо тоже не все приехали. Сегодня тоже нельзя говорить о том, что состав полностью оптимальный. Киселев.
Спичка. Бакланов, кстати, на втором этапе-то вообще впервые появился на поле. Играл он вообще в этом сезоне или нет? Сейчас посмотрим, уточню. Нет, вообще первое появление в сезоне. В прошлом году он с «Динамо» провел в чемпионате 8 матчей, 3 плюс 3 набрал, один матч в Лиге чемпионов забил гол. Ну а начинал на севере он в «Неве» годом ранее. Там 13 игр, 8 плюс 3 в чемпионате, 4 игры, 1 гол в Кубке ЛФЛ, на групповой стадии 1 матч в плей-офф. «Интер» продолжает наседать. И моменты создаются, но никак до акцентированного удара, который поможет приблизиться к «Динамо», не доходит. Ну, на самом деле, итоги чемпионата – это очередной повод порассуждать о том, оправдала ли себя система с разделением на две восьмерки, с сжиганием очков. И само по себе разделение оправдало или для кого-то, да, оправдало для, опять же, топ-команд. Оправдало ли для аутсайдеров и середнячков? Вопрос, а здесь Гришин тащит от Алексея Мишина. Там Свежука дал шикарный пас, Мишин бил в падении с разворота, но ударил так, что остались шансы у Гришина спасти, и он спас. К слову, если бы очки сохранялись, все равно бы... Выше был Гефест, потому что он на 2 очка больше набрал «Динамо» на первом этапе, причем в последнем туре «Динамо» упустило вот это зимнее чемпионство, проиграв «Неве» и пропустило вперед «Интер» и «Гефест». При этом, если бы учитывались личные встречи по всему сезону при равенстве очков, то досталось бы серебро «Динамо», потому что «Динамо» дважды обыграло личных. Здесь у нас желтую карточку Иван Спичка получает на 55-й минуте. Но есть еще один ведь момент о распределении мест, да? Какие показатели учитывать в первую очередь? Ну, личные встречи логичны, но, видите, они не решили, а разница мячей в любительском футболе – это самый необъективный показатель в том плане, что один, достаточно одного эпизода, вот как матч «Легион Гефест», когда одна команда не собралась, играла в шестером, и там вообще с дублерами в составе, а Гефест набивал разницу. И все, и уже... Говорить о том, что решила лучшая разница, по факту можно, а на деле это выглядит неким фарсом. А с другой стороны, какой показатель учитывать после личных встреч? Победы? Ну, может быть. Может быть, победы. Тогда Гефест был бы выше, если по всему сезону считать. Если считать по второму этапу, то побед равное количество. Вот если делить на две восьмерки, может быть, имеет смысл при равенстве личных встреч считать личную встречу предыдущего этапа. По крайней мере, это казалось бы логичным. Назначать матч дополнительный, но так не принято в футболе. Только за чемпионство играют золотые матчи, и то не везде, не во всех турнирах. Ну а пока «Интер» пытается уйти уже хотя бы от крупного поражения. И пока безуспешно. Побеждает тот, кому больше надо. Филин хитрый пас на Свежука. Тот немножко не ожидал, показал большой палец, еще бы. Голышев зацепится в окружении
Мишина и Филина зацепился. Не, Липаткин и Филина. А здесь штрафной зарабатывает Тыняна и, наверное, сам исполнит. Хотя там спичка активно бежит исполнять. А еще есть Голышев. Но спичка будет бить. Тыняна отдает мяч. Голышев тоже там вроде возражений не высказал. Еще Чижиков есть, но он даже не ходил. Много-много исполнителей стандартов. А еще Киселев у мяча, но бить будет спичка. Для него отличная точка. Тыняна мешает Филимонову. Стенку обвел спичка, но там вторым эшелоном стоял Сергей Филин одинокий. И именно он на себя и принял удар. 2 минуты до конца. 2 минуты до конца турнирного пути в чемпионате для этих команд. Динамо в охотку играет на последних минутах. Киселев закидывает Тыняному. Здесь Филимонов. Ух, опасно было. А что здесь? Тыняный нарушал правила. Быстрый розыгрыш, но то ли не с того места, то ли по катящемуся мячу. И замена у Динамо. Но не разрешает Тихомиров. Дает возможность Интеру побыстрее начать наступление. Тыняный в перехвате, Тимофеев. Тыняному. Тот не догоняет мяч. Аут, вот теперь замена. Фарафонов вместо Киселева. На концовочку, на последнюю минуту. Филин цепляется, сохраняет мяч под прессингом Тынянова и спички. Штрафной удар. Филин сам будет исполнять. Нет, уходит Филин, а никого нет. Поэтому в итоге катит Мишину. Тот Григоряну штрафную. Гришин, Григорян, Гришин. Мишин, Чижиков, Мечков. И опять Интер не смог забить. И опять некому было подставить клюшку на пятаке. Сейчас Чижиков головой кивает в аут. Ну, Интер до последнего атакует в этом матче. В этом чемпионате. Удар принимает на себя спичка. Убивает Гришин в аут. Пошло добавленное время. Нужно ли оно? Вопрос риторический. Спичке нужно время, чтобы прийти в себя. Интер возвращает Динамо мяч. Тихомиров не спешит давать финальный свисток. Мы тоже не торопимся. Не получился у Гришина вынос, но смотрите, Тыняный зацепился, Голышев, скидка. И зря, может, себе на ход попробовать. Но Фарафонов, смотрите, доработал, здорово. И вот теперь финальный свисток. Динамо выигрывает по делу. Абсолютно по делу Динамо выигрывает этот матч. 4-1. Андрей Тыняный, на мой взгляд, главный герой этого поединка. Ну, при этом Динамо остается третьим в чемпионате, уступив Гефесту по разнице мячей. И оказавшись единственной командой, которая нанесла Интеру на втором этапе поражения. Для вас работал Александр Седов. На этом будем прощаться. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания. Нанесение номеров и фамилий на спортивную форму. Спортпринт М.